Народ, здорово, как дела? Ломатушечки прям только вот буквально зима, под конец зимы наступила. В феврале. Прям снег валит. Здорово. Короче, по новостям. 14-15 числа в феврале буду в Астане. Так что, подписчики, дорогие мои, кто хочет увидеться, без проблем, 14 вечером буду свободен, где-то после 21.00 можем встретиться. Ну, там, не знаю, что делать, в общем. Хотя бы просто встретиться. Как-то так. Вот по машинке покрас, ничего не отлетает, где там ничего не задирается, нормально машину покрасили. Извиняюсь, по остальным деталям. Радиатор от Гера-то тоже не течет, все нормально стоит, уже сколько времени прошло, проблем никаких нет. По подвеске. По подвесочке. Жестковато, конечно, зимой на полиуретане ездить. Кстати, я еще не поменял втулки и стойки стабилизатора. Вот, их осталось поменять в ближайшее время. Как, наверное, руки дойдут до них, поменяю. Вечно нет ни времени, иногда нет желания. Вот. Что еще могу сказать интересного? Есть мнение заняться стекловолокном, прям вообще насмотрелся видосов, там парни такие вещи творят из стекловолокна, просто пиздец. Там чуть ли не кузова целые. Вот. Тоже с ребятами там с одними зазнакомился, которые у нас в Алмате продают и стеклоткань, и смолу полимерную для пластификации ткани. В общем, интересная тема. Я думаю, сниму видосик на эту тему. Посмотрим, попробуем что-нибудь сделать из стекловолокна. Но чуть позже. Сейчас холодно, блин. Вообще, если честно, нет желания никакого что-то делать. И, ну, не знаю, что еще интересного происходит в жизни. Видосики редко выходят, да. Каюсь, блин, просто работа. Ну, вот заметили, да, наверное, как на работу вышел, так видосики редко выходить стали. Ну, как бы YouTube. Я YouTube не считаю заработком своим, там практически ничего не приходит, поэтому приходится работать. Вот, а работа отнимает, так сказать, львиную долю времени. Поэтому стараюсь, конечно, запиливать по максимуму. В общем-то, все. Давайте увидимся, кто астанчане, кто смотрит. Астанчане или астанайцы? Астанчане, наверное. Кто меня смотрит, давайте 14 вечером встретимся. Наверное, где-нибудь я еще напишу место и время. И увидимся с друг другом. Вот. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.